Цены на жилье расти не будут. К такому выводу пришли цеменские аналитики. Но согласны с этим не все. Мнения разделились после послания президента Федеральному собранию. С экспертами поговорила моя коллега Гульнара Успанова. Она на связи со студией. Гуль, чего же все-таки ждать от 2020-го? Здравствуй, Настя. Ну, чтобы делать прогнозы на 2020 год, нужно провести детальный анализ 2019-го, а он стал для рынка недвижимости, мягко сказать, непростым. Вступление в силу 214-го федерального закона, введение эскроу-счетов привело к усилению влияния на строительную сферу банков. По порядку, все мы знаем, что с 1 июля новые проекты застройщики не могут реализовывать за счет своих дольщиков. Суммы от продаж теперь хранят банки на эскроу-счетах. По итогам 2019 года Тюмень область вошла в топ-5 городов по их количеству. Это говорит о том, что денег у застройщиков стало меньше, и они все чаще обращаются в банки. Ставка по финансированию, я так назову ее, ну, среднюю, да, потому что она варьируется от степени надежности застройщика, от привлекательности проекта, от сроков реализации проекта, ну, где-то порядка 11,5%. Дороговато, чтобы как-то компенсировать траты, застройщики в течение прошлого года поднимали цены на квадратные метры. Соответственно, продажи падают. В 2019-м компании смогли реализовать только половину от построенного за год. Но выручка, как ни странно, продолжает расти. Это действительно, ну, такой странный момент, что вроде как продаж меньше, а денег получаем больше. И все застройщики, естественно, исходя из этого, начинают корректировать свои структуры продаж, понимая, что сейчас все больше и больше востребованы квартиры относительно небольшого формата, ну и доступности с точки зрения там, ипотеки и всего прочего. И раз уж выручки меньше не становится, стало быть, цены можно поднимать и дальше. Тем более, что размер материнского капитала увеличен, а, как правило, эти деньги семьи тратят на улучшение жилищных условий. То есть застройщики, затаив дыхание, ждут миллиарды рублей, которые должны буквально хлынуть на рынок. Но прогнозы аналитиков, если говорить про 2020 год, противоположны ожиданиям строительных компаний. Мои прогнозы это, скажем так, то же самое, что было в 2019 году. То есть максимум, что можно увидеть, это коррекцию в сторону понижения там, до 10%, но не рост. Рост мы увидим в 2021 году. Рынок 2020 года будет рынок подготовки к росту. Свое влияние здесь окажет и конкуренция. В 2020-м на тюменском рынке недвижимости она будет довольно жесткой, поскольку наши застройщики как-то одновременно сконцентрировали свое внимание на жилье комфорт-класса. В сегменте эконом работают единицы. То есть компании будут вынуждены вести борьбу за покупателя. Тут-то и придется задуматься о цене. Ведь качество строящихся домов у нас априори хорошее. Это и отличает наш регион от других. Наши строители стараются с каждым годом улучшать качество строительства, застраиваться целые микрорайоны, в которых есть благоустроенные зоны отдыха, спортивные площадки. Мы стараемся, понятно, что мы, так сказать, немножко подотстали, я имею в виду бюджет Тюменской области, именно со строительством, может быть, где-то, так сказать, объектов социально-культурного назначения, со строительством дорог, поэтому мы вот особенно 20-24 годы очень активно будем заниматься строительством объектов соцкультбыта и дорог. Так что говорить однозначно, будут расти цены на жилье или нет, очень сложно. Можно лишь быть уверенными, что какого-либо затишья точно не будет. Довольно уж масштабными были изменения в прошлом году. Хорошую встряску дадут и увеличение мат-капитала, снижение ипотечной ставки. Во что все это выльется в конечном итоге, остается только гадать. Месяц раскачки, январь закончился, итоги за прошлый год подведены, планы на этот намечены. Наступило время действия. Настя. Спасибо, это была Гульнара Успанова. Она рассказала, как будет меняться рынок недвижимости в этом году.